Я сейчас на Эльбрусе. Высота 4700. Это верх скал Тузмакова. За мной Эльбрус. Вот вниз идут по левой стороне скалы Пастухова. В общем, план такой. 4700 час. Спускаемся на 2350. Перепад составит 2350 метров.
ну что, теперь она 2350. Я ровно столько же метров, 2350, я спустился вниз. Без остановки, без выстегиваний креплений.